«Информатика для бизнеса» или «Бизнес для информатики». Второй день участников тест-драйва направления «Экономика и управление» начался с интерактивной игры. Сейчас школьники разбираются в современных трендах и придумывают новые стартапы. Нам провели очень увлекательную лекцию, презентация была представлена, нам дали задание, все выполняют, всем интересно, все увлечены. На тест-драйв приехал, потому что меня заагитировали мои одноклассники, пригласили, позвали участвовать в этой акции, поподробнее узнали об этом мероприятии, заинтересовались и решили попробовать такую возможность, почему бы и нет. Сегодняшний день школьников естественного направления наполнен яркими красками – фиолетовыми, красными, изумрудными и золотистыми. Теперь они знают, как в любой момент свою жизнь сделать неповторимой. Умение налаживать отношения – очень важное качество для дипломата. Но что делать, если во время переговоров сработал эффект сломанного телефона? Ответ выясняли участники гуманитарного направления. Сегодня они посетили Институт социальных и политических наук. Прямо сейчас на наших глазах происходит настоящее инженерное чудо. С обычного пластика спустя 4 часа выпекается вот такая оригинальная фигурка. Выпускники УРФУ сконструировали этот 3D-принтер самостоятельно, поэтому объясняет его функционал школьникам и по деталям, и по слогам. Инженер будущего – это человек, который в себе совмещает несовместимо. То есть он технарь до мозга костей. В то же время обладает большим творческим потенциалом. Если раньше жесткие проблемы с тем, куда поступать, что делать, я лишь знал направление примерно, и только одно, сейчас уже у меня начинают глаза разбегаться, если честно, есть уже несколько для себя посмотрел интересных специальностей, направлений. Отличные, потому что общаешься с новыми людьми, что-то новое узнаешь. Также общаешься со студентами, с шефами, которые могут дать тебе что-то новое, объяснить, что, как. И все так организовано, и вообще в шоке от того, что происходит, потому что очень все быстро, очень всего много, и тебя прямо информация захлестывает. Как оперативно провести совещание, если его участники находятся в разных городах? Об этом и многом другом сегодня участникам тест-драйва рассказали в ситуационном центре. Вопросы легкие, но нужно слушать было то, что нам говорили, как нам подсказывали наши шефы. Но в некоторых там, физике я не сильна, поэтому было что-то сложно. Так ничего сложного такого нет. По математике я бы не ответил ничего, если бы не тест-драйв. По информатике я бы не ответил вопросы 2-3. Это круто, это новый опыт, это новые эмоции, это тест-драйв.
Если вы не бывали в Свердловске, приглашаем вас в гости и ждем. Мы по городу нашему вместе красотой любуясь пройдем. История Уральского федерального неразрывно связана с историей Екатеринбурга. Чем же так примечательна столица Урала? Вместе с участниками тест-драйва отправляемся на экскурсию по городу, в котором многим из них через некоторое время предстоит учиться. Большого города, и меня очень сильно впечатляет размах зданий, размеры домов, их многоэтажность и так далее. Очень нравится памятник культуры, особенно главная площадь. Результаты получены, но главное не это. Неважно, откуда ты – Россия, Казахстан, Киргизия, Армения – за время проекта все стали одной большой, дружной семьей!